ребята, всем крепкого здравия. Доброе утро, друзья. В уральскую глубинку пришел легкий морозец, и сегодня мы наконец-то едем открывать первый лед сезона 2019-2020. Едем мы сегодня на новый для нас водоем, небольшой такой, достаточно красивый по карте прудик. Кругом у нас тайга, вот такая вот. Попробуем сегодня половить окуней, помакаем блесны, помакаем мормышки. В общем, наконец-то пришла пора зимней рыбалки. Ехали-ехали мы, парни, и вот почти что приехали. Сейчас посреди дороги встали, и вот тут мужик, надо его вытащить. Вот, сейчас дернем по-быстренькому и дальше поедем. А что цепляться будет? Есть тебя тут, нет? Так а что, может толкнуть тебя лучше, нет? Шевелиться, шевелиться, хоть нет машина? Короче, толкнули мы его, немножко у нас забрызгал, но не стали мы вытаскивать его на лямки. Просто вдвоем толкнули его и все. Выехал мужик. А мы уже дальше проедем сейчас. В общем, все, ребят, мы приехали. Вот такой красивый прудик. Сейчас потихонечку оденемся и пойдем открываться. Вот это настоящий рыбак, парни. Кошмар, прямо на лед поехал. Вот это мощь. Не то, что мы тут, да? Да. Люди серьезные, поехали за рыбой, да. Сейчас проверим, какой толщины ледок, и уже пойдем более-менее спокойно, либо наоборот неспокойно. Во, ребят, лед. Тут уже можно на машине гонять. Прошли мы примерно километр. И отец у меня решил остановиться здесь. Зачем от рыбы уходить? Попробуем здесь, может она ее здесь полно, да кто его знает. Вот. Водоем неизвестный, так да. Что попробуем. А я сейчас пройду туда, немного вверху этого пруда, где меня будет ожидать зритель моего канала. Зовут его Алексей. Я ему тут привез немного мормышек. Вот. И надо с ним встретиться, ну и там уже порыбачить, потому что я ему позвонил, и он сказал, что уже видел какую-то поклевку. Вот. Так что сейчас идем до него. Алексей уехал на рыбалку на велосипеде, прямо по льду. Вот, собственно говоря, я по его следу сейчас иду. Пока я летал с дроном, отец меня уже догнал. Уже поймал двух окуней. Вот таких. Активно клюет? Активно клюет.
первая рыба местного водоема. Открыли сезон, первая рыба. Это уже не первая, это уже третья? Третья, да. О, о. О, какой. Темный какой окунёк. Коричневый. Коричневый, ага. Красивый. Из водохранилища я уже ушел в реку. Я думаю, что Алексей где-то должен быть здесь неподалеку. Наверное, скоро мы его найдем. Но так-то, в принципе, тут интересные такие места. Речка, ямки, лунки и темные окуни. Ну вот и Алексей на велосипеде что-то там делает. Сейчас подойдем, поздороваемся. О! Собака бежит нас встречать. Да, собака? Да. Чё говоришь? Сейчас придёт. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ребят, смотрите, сколько рыбы. Хорошие попадают, да? Здорово. Привет. Фу, ну чё, как дела-то? Ой, потихоньку. Еле дошел я до тебя. Я и говорю, далеко. Мы прямо оттуда и до сюда шли, считай. Кошмар. Так, я тебе... Согреться надо? Понятно все. Ну, что? Кто у нас тут? Кто? Так, Леха, держи, короче, я тебе привез тут пару бодушков и вормухи. О, спасибо от души. Все, давай, лови. Похвастаюсь в интернете. Давай, давай. А, вон отец у меня идет. Угу. Вот. Не, ну слушай. Вон какая. Классная дубина. Рыбки-то. Смотрите, ребята, какие. У, черные. Я там рыбачил. Ага, и что там? Одного, два, три. Три, да, одного, два, три. Да, да, а да. Тут с двух лунок вон. Ага. Вот. Ну все. Успокоимся. Да, сейчас успокоимся, да. Посверлим, попробуем. Все, ребят, произошло такое дело. Я пришел на место, на крайнюю точку, где мы уже будем рыбачить. И так получилось, то, что я обнаружил, что пауэрбанки от своей экшн-камеры я оставил в машине. А идти мне до машины сейчас примерно 3 километра. Вот. 3 километра в одну сторону, 3 в другую. Короче говоря, потрачу я на это на все, наверное, часа полтора. И уже только после этого начну ловить. Вот. А время сейчас уже примерно 11. Так что вот такой вот конфуз. Чтоб не мерз. Да? Был тут. Так, ну что, где пробуриться-то? Прямо тут? Вот и тебе хочу подсказать, давай я рюкзак уберу. Ага. И где-то вот на этом месте лежит коряга. Вот здесь? Да, тут уже штук 5 делай. Тут коряга.
жестко как. Очень. Прям за глот хватает. Я этих мелких-то брать не буду. Туда это топить. Покрупнее, если будут, возьму. Ёрш попал. Я вчера поймал одного. Такого же. Это 2,5.
корягу завел, засранец. Вот сегодняшний улов. О, нормально. Килограмма два, наверное, есть окуней, да? Да. На что ловил? Гвозди кубик. На сырный кубик? На сырный, да. Вот такие вот окуньки попадаются. Нормальные, такие вот хорошие зачетные рыбки. А так, в основном, фестиваль, но для первого льда же зачетно, да? Да-да. Вот, да-да. И причем была такая ситуация, то что луночки рядом сверлишь, на одной лунке клюет, на другой лунке, которая вот буквально в метре, вообще никак не клюет. Совсем. Вот. Пересаживаешься на соседнюю луночку, начинает клевать. А так подводную камеру опускал. И в общем дно такое, как сказать, песочек в основном. И вот если попадается какое-то препятствие донное, вот тогда, как правило, там был окунь. Вот. Ну, в принципе-то неплохо. У меня, конечно, улов поменьше, вот, но я тут пока с камерами не бегал. Да, много времени потерял. Время потерял много, да. Ну все, Лех, давай, езжай спокойно. Я тут еще... К черту, я тут еще немного порыбачу пока. Давай, засниму твой эпичный проезд по льду на велосипеде. Прям меня вообще... Прикалываюсь. Вообще прикольно. Я бы знал, что... Так можно. Так можно, да. И я бы сам по льду гонял бы. А что нет-то? Так быстро. Быстро, конечно. Тихо. Быстро и тихо. Вообще шикардос. Меньше шума. Меньше шума, да. Меньше рыбу пугаешь. Ну, вообще. А пса этого зовут Персик. Персик, да? Ну. Персик. На лесу похож. Скорее на Датру. На Датру? Ладно, счастливо. Ну все, давай, ни пуха, ни пера. Давай, пока. Красавчик. Настоящий рыбак. Я понятия не имею, видите вы меня в этой темноте или нет. Я иду уже больше часа против ветра. Вот так вот задувает. Никаких уже сил нету просто. Надо было раньше уходить. Все летит в глаза. Практически не вижу, куда иду. Вот, а идти надо, иначе кирдык. Ребята, в общем, где-то на половине пути меня встретил отец. Иначе я бы сам, наверное, просто тупо не дошел. Потому что у меня уже начали потихонечку отказывать ноги. Вот. Сейчас как-то нижнюю часть туловища немного потряхивает. Прям ощутимо. Вот. Ну, спасибо, папа.
Папа старшина, он марш-броски бегал по 10 километров в полной выкладке. Ему все равно. Это с непривычки, открытие сезона. Да, с непривычки, конечно. Но все равно, я сегодня считаю, 12 километров. Че, 12 километров, нормально? Фу, а назад просто было, волокуши перестали идти. Потому что то ли потеплело, то ли что, не знаю, и начал намерзать снег на волокуши, и они прям как эти, как утюг какой-то, понимаете, и было тяжело достаточно тащить. Я очень много раз останавливался, вот, и у меня даже в один момент было такое ощущение, что я сейчас прямо просто тупо упаду. Но потом загорелся фонарик в темноте, и я понял, что меня уже ищут. С топором. С топором, да. Ладно, ребят, я надеюсь, что это видео вам понравится. Сезон мы все-таки как-никак маломальски открыли, рыбу увидели. Будем надеяться, что следующие рыбалки будут менее трудозатратными и более результативными. Зато будет что вспомнить. Да, это точно. Всем пока. Ладно, всем пока.